Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по злой училке. Мы продолжаем играть. У нас тут вышли новые уровни совсем недавно. Вот специальная глава, это, видимо, на 14 февраля. Я так думаю, ну, спешл, типа, что тут любовные, туды и сюды. Вот, и два уровня. Два уровня, давайте попробуем их сегодня пройти. Не знаю, насколько они будут тяжелые. Вот там еще также есть новогодние, которые я тоже не трогал, не проходил. Но если захотите, я их тоже пройду. Так, давай смотреть, у них тут потненькая какая-то вечериночка. Ага, но отжигают они тут по полной программе. Так. Ага. Отправил его проверить. Это диско-шар. Все, топчик работает, но мы тут можем что-то активировать. Ну, давай. Но она меня всегда заставляет, потому что это как бы новая версия для нас, поэтому. Так что фиг с этим. Так. Нужно, в общем-то, сломать этот механизм. Так. Который с этим диско-шаром связан. Давайте мы зайдем в предметы и посмотрим, что же у нас тут новенького такого есть. А у нас тут нет никаких подсказок, что-то разраб, походу, поработал над этим и убрал все нафиг. Но у нас тут есть звездочки, которые мы можем собирать. А, нет, я уже нашел какой-то предмет. Я не знаю, что это. Как это переводится, что-то, ребят, не знаю, ну. Ладно, фиг с ним. Так, это возьмем на всякий случай. Короче, всего понемножку. Камера тут немного, конечно, двигается не так, как надо, но пофигу. Начнем тогда со второго этажа, потому что она пока что ходит на первом. Сейчас можно пособирать звездочек. Хотя, если я, например, открою одну подсказку. Ага, мне просто нужно уронить этот механизм. Просто. Конечно, не просто, нифига. Тут надо предмет найти подходящий туда и сюда. Так. Так что это нифига не просто. Текс. Каким образом меня сейчас спалили? О! То, что надо. А, она прям здесь. Ё-моё. Опасненько. Так, у меня снова появилась новая подсказка за один. Короче, мне нужно сломать какую-то эту миску, чтобы заполучить внимание мисти. Так, что ли? Что за миска? Может быть, ваза какая-нибудь? Не тут, что ли, это все дело? Нет, это окно открывается. Но вообще, я думал то, что мы где-то в правильном месте. Как она нас палит? Ё-моё, я этого не могу понять что-то. Каким-то образом она нас палит. Это немного странно. Так, давай это заберем. Вон она вдалеке. Вообще у меня мод какой-то на эту игру. Но я не знаю, что это именно за мод. На деньги нет. На подсказки бесконечные нет. Фиг пойми, на чё он. Так, это берем. Еще халява. Да пока что достаточно сложный левел, не могу понять, что от меня хотят. А, вот! Ух ты! Ну, так-то у нас уже много предметов новых. Сейчас будем смотреть, что с этим можно сделать. Короче, ребятки, только что на кухне этот, как его, нашел нужную нам миску, про которую думал. Но это не миска, это типа, не знаю, какой-то компотик или что это, фиг его знает, что это такое. Но я просто увидел слово миска, и поэтому я подумал то, что это нам нужно. Кстати, нам еще нужно вот это вот средство, это типа масло или что, бензина, может быть. Но, короче, вы заметили то, что училка, она специально стоит вот на этом месте и никуда не сдвигается. Это все четко по-правильному, как и должно быть. Из-за этого у нас этот мячик нам нужный для боулинга. Сейчас вам покажу, что нам нужно сделать. Смотрите, мы эту ерунду сбиваем. Так. Бамс. Разбили. Она идет в нашу сторону. Она наконец-то отвлекается от этого мяча, своего диска-диска. И в этот момент нам нужно вот эту вот штуку сюда активировать.
Так, есть. Это масло. Ну-ка. Все, мы все сделали, теперь просто уходим. Ну, думаю, то, что получилось ништяково. Забираем немножко энергетика. Это так уж, чтобы было. И тут еще можно взять звездочку. Это для следующего уровня. Мне подсказки очень даже пригодятся. Потому что фиг его знает, насколько сложный будет next level. Смотрим. Нафига он туда вообще решил залезть? У нее не получается. Вот я немного логики не понимаю, как это все получилось так. Пройти-то мы прошли, 7 звездочек помимо этого заработали. Все вообще супер прекрасно. Теперь нажимаю домой, и мы сейчас будем уже проходить другой левел. Левел номер 2. Так. Ну здесь уже что-то прям по-жесткому. Училка замораживается, и сосед ее хочет разрезать, что ли? Что это такое вообще? Даже не знаю. Так. Ну, типа, говорит про ледяную скульптуру. Что если мести превратить в лед, бла-бла-бла. Реально, смотри-ка. В холодильник камера установлена специальная. Да уж. Ага. Так злится. Она сказала, еще раз откроешь холодильник, идиот, то получишь, короче, по полной программе. Нормально. Ух, нифига себе. Ах, смотрите, мы можем, короче, выбирать этот, как его, приколюшку. Берем эту, у нас двойные звездочки, но в прошлом левеле я уже все звездочки собрал, поэтому даже не знаю, если мы что-то сможем еще найти, то будет хорошо. Так, короче, мне нужно... Для этого всего, ну, даже не знаю что, как-то с телеком нужно разобраться, потом, ну, с телеком и с камерой, соответственно, как бы вместе будем, да, их считать. Потом уже надо будет думать что-то по поводу этого, самого холодильника. Так, будет тут какая-нибудь пью-пью-пью-пью-пью, типа такого, сигнализации. Hello? Учительница? Я вообще по барабану, по-моему, на то, что я тут. Чё-то немного не понял. Но окей. Немного она странная. Так, ну, честно говоря, даже не знаю, каким образом нам все это проворачивать, где брать ключ и так далее. Сейчас надо будет побегать, посмотреть, какие-то предметы поискать. Потому что других вариков тут просто-напросто нет. Всякие отмычки. Ну, вообще, в прошлом раунде я нашел как будто бы один новый предмет, но в итоге он нам даже не пригодился, и это было немножко странно. Короче, ребятки, я посмотрел немного подсказок, и сейчас мы с... Ух, нифига, я навернулся. И сейчас мы с вами уже будем проходить левел, кстати, достаточно такой сложненький, но думаю, то, что у нас все получится. Так, выпьем немножко энергетика. Ну и погнали. Она до сих пор смотрит, и это очень странно, то, что... Она никак не реагирует на нас. Мы там тоже никаким образом не появляемся. Это немножко непонятно мне, но, видимо, если мы будем какие-то действия совершать, там, ломать туда-сюда, то тогда нам уже точно кирдык. Поэтому все будем все равно делать четко по правилам, как нам нужно. Так, смотрите. Короче, мы, по-моему, должны сделать тут фоточку. Хоп. Пам-пам. Готово, потом мы это сюда. Она же не видит это все дело. Так, погоди-ка. А нужно сюда. Серьезно, все? Ну, выглядит четко. По-моему, все сделали правильно. Теперь нам нужно. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, в сарайчик сгонять и там. Вообще, я думал, типа, нам ключ нужно будет специально найти, но в итоге нам нужны просто такие жесткие кусачки, и ключ вообще не пригодится. Ну, кстати, вы заметили, что в этих двух левелах, во всех, которые эти вот новые добавили, она везде где-то около одного места тусуется, нам нужно ее отвлечь от этого места. Это достаточно такая особенность этих левелов, не знаю, почему так решили сделать в этот раз. Но левелы прикольные, в любом случае, не такие суперсложные, как прошлые, как мне кажется, либо я просто давно уже не играл.
Фиг его знает. Ну тут основная сложность это найти предмет, если примерно понимаешь уже с подсказками, как все, что делать, то все вполне просто. Так, теперь мы это открыли, нам нужно, чтобы она здесь подскользнулась, да? Ну и все вроде как. А если она вот это все увидит, ее это никак не будет напрягать? Может это мы уберем? А, не, не можем. Ну и, наверное, не можем, потому что если она в камеру посмотрит, а там что-то вода разлита, что-то холодильник открыт, что-то какая-то еще фигня, то это будет нам не нужно вообще. Ну, давай смотреть, что у нас в итоге получится. Кстати, мы можем через кухню, я думаю, даже глядеть. Я не знаю, она нас спалит или нет. Сейчас глянем. Ну, здесь вот если с краешку смотреть, то мне кажется, нас даже не спалит. Так что давайте. Так. Ждем, ждем, ждем. Она уже почти здесь. Ну, а, ну вот как. Мы ее даже не заметили. Подскользнулась, залетела, точнее, в... Что-то он этот... На какую-то кочку наехал. Училки еще по башке влетела. Толпа этих чудиков смеются. Ну, заморозили, короче, сделали из настоящей мести статую. Но в последнее время мне ее уже капец жалко, столько над ней издевательств, а в ответ нам так-то ничего практически и нет. Короче, ребятки, у нас остается еще вот это вот дело. Я понятия не имею, что это за два уровня. Остальные вроде бы мы как прошли вот эти вот. Так, хотя... Чё-то как-то... Я эти не помню. Вот этот первый точно был. Второй, может быть, тоже. Вот эти следующие три я вообще не помню. Хэллоуин. Хэллоуин мы тоже не проходили. Чё-то я вообще давно в Скорее Teacher 3D не заходил, ребят. Короче, однозначно я помню вот эти уровни. Спортивные проходили. Да-да-да-да-да, это точно. А чё-то остальные как-то... Вообще не припоминаю. Ну окей, ребят, если вам понравится эта серия, то, возможно, я продолжу дальше играть в Scary Teacher 3D, пока что не знаю. Вот, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.